Добро пожаловать в наше сообщество фристайлеров. Я София, и я буду тебя наставлять. Здесь мы любим повеселиться. Если хочешь к нам, все просто. Бери вон тот самолет и готовься выполнить все фигуры пилотажа в этом списке по порядку. А потом хватай бумажный пакет. Тебя стошнит, ты проиграла. Побей мой рекорд, и ты с нами. Я покажу тебе все, что умею позже. А пока твоя очередь. 3, 2, 1. А теперь попробуй бочку. Для этого выровняй полет, затем прими влево или вправо. Двигай штурвал в выбранную сторону, пока полностью не перевернешься. Выполнить воздушный дрифт. Просто удерживай правую или левую педаль управления, пока не научишься. Летать на ноже не так просто. Опусти одно крыло самолета прямо вниз, и у тебя все получится. Попробуй петлю. Просто потяни штурвал на себя, пока не совершишь полный оборот. А теперь бреющий полет. Угадай, что это значит. Просто будь осторожна, не летай ниже верхушек деревьев, иначе получишь ускоренный курс аварийной посадки. Было потрясно. Вот это пилотаж. Тебе стоит познакомиться с моим сообщником Эмметом. Загляни в бар, мы точно возьмем тебя в оборот. Two, one.
У меня иногда возникает впечатление, что ты меня не слушаешь. Так что летай, зарабатывай очки, побеждай. Поняла? Отлично. Помнишь, как я намутил с переключением между двумя тачками? Теперь можно между тремя. Не стоит благодарности.
Ты привлекла своим маневром новых фанатов. Все, что ты сейчас делаешь, приводит больше народу на твою сторону. Так что ни в чем себе не отказывай. Вертушку! Круто было бы взлететь на такой штуковине. Уверен, столько интересного можно было бы разглядеть.